Помощь нужна? Да я помощник. Он поехал в город за снаряжением. Да ну. И что же это за снаряжение? Подожди. Эй, что за дела? Да-да. Что за дела? Вали нахрен. Вот что за дела. А, важный бизнесмен. Но смотри осторожнее. А то у нас тут пришлых не очень любят. Чего ищешь, придурок? Неприятности? Ах ты, сукин ты сын! Байкер недоношенный! Ты кого назвал недоноском? Спичечный коробок из кармана Вейда привел меня в шумный придорожный бар на окраине Хоупа в Южной Дакоте. Если найду Ленни, найду и Викторию. Я дал слово девушке и умирающему другу. Я подвел их обоих, но я все исправлю. Ленни, Декстер, Трэвис. Каждый из них заплатит.
отсюда, к ядреной матери, а то нам самим наваляем! Тут драка завязалась в огненных шарах. Отправь подкрепление. Прием. Колючий фермерский выродок. Тебе хана. Чувак, я тут работаю. Не убивай! Я просто тут работаю! Парикмахерская! Ежедневно! Ровно в 12! Эй, амиго! Как тебе в провинции? Местные не обижают? При случае зайди в оружейный магазин МакГарманда. Там для тебя небольшой презент. Сэр, посмотрите на это. Сэр, вам правда надо это увидеть? Что? Это подарок. От осведомителя. Он уже много лет назад сошел со сцены. Позывной Птаха. Мы дали ему позывной Птаха.
мало, любой ценой. Они мои. А документы у тебя есть? Я могу просто их забрать. Ты не похож на вора. Это не будет воровством. Знаешь что? Я их продам, если победишь девчонку. Справишься с девчонкой? Смотря с какой. Моя личка кому угодно фору даст. Даже тебе. Птаха. Он забрал мои сильвербойлеры в качестве оплаты. И вот он их возвращает. По неведомой причине идет мне навстречу. Можно ли ему доверять? Или он переметнулся к деловым партнерам повыгоднее? Неважно. Перед охотой на Ленни я верну свое оружие. Слишком долго я плыл по течению. Разве ты не встречался с моей сестрой? Эй, друг, мне помощь нужна. Чем могу помочь, приятель? Ну, я не могу найти патроны для дробовика. Они должны быть сзади, там же, где и остальные. Да, я уже глядел, но не нашел их. Надо же, с утра они были. И на складе у нас их точно не осталось. Наверное, этот псих истратил их все на стрельбище. Серьезно? Все? За один день? Он еще ругался как полоумный весь день. Ох уж эти городские. Никаких манер. Во-во. Ну ладно, раз-два ругнуться. Блин, это не я так делаю. Но чтобы через слово... Детский сад. Они, небось, думают, что слово на букву «Х» делает их сразу круче. Как дела? Так люди в нормальной жизни не говорят. Воистину. Ну так когда там, бишь, тебе патроны новые подвезут? Через день-другой точно будут. Ладушки, похожу тут немного. Может, чего-нибудь для детишек присмотрю. Может, пистолет маленький. Типа 38-го. Эй, привет, ковбой. Говорят, ты хотел пострелять? Можешь взять любой ствол на твой вкус вон оттуда. Когда выберешь, приходи обратно сюда, и мы погрохочем. О патронах не беспокойся. Для соревнования не жалко. Стреляй на здоровье.
Ты научился стрелять так, ковбой? Тачка! Но у тебя есть задатки. Может, попробуешь еще раз с другим оружием? У тебя есть задатки. Великолепно!
Черт! Ты победил меня в честном бою. Нашли его. Птаха был прав. Он в Хоупе, в Южной Дакоте. А девчонка? Ее с ним нет. Ладно, народ, слушайте. Объявляю о начале операции. Я хочу голову 47-го на блюде и как можно скорее. Сэр, вам не кажется, что вернуть девушку более важная задача? Нет, Джейд. Сперва нейтрализуем предателя, который заварил эту кашу. Он знает, где она, поверь. Достанем 47-го, достанем и девчонку. Больше лажать нельзя! Пора отправить святых. Тайлер тебе рассказал про свой план? Мы уводим девку из-под носа у Декстера и продаем ее сами. Тайлер уже связался с конкурирующей оружейной конторой. Шестизначные числа, чувак. К черту! С мистером Декстером лучше не связываться. Ленни Декстер. Отщепенец. Паршивая овца. Похитил девушку, чтобы заслужить уважение Блейка. В цепи моих врагов он самое слабое звено. Заставить его говорить не проблема. Но прежде надо разобраться с ягуарами. Просто так они Ленни не отдадут. К тому же, они слишком много знают.
твой план. Берем девку из-под носа у Декстера и продаем ее сами. Тайлер уже связался с конкурирующей оружейной конторой. Шестизначные числа, чувак. Черт! Лучше не связываться. Ух ты, глянь. Эй! Лени вернулся. Да ты че, шутишь? Его тупорылая банда ведет себя так, будто они тут главные. Интересно,
Эй, это общественное место. Красться лучше ночью, под чужими окнами. Я даже испугался. Сами. Тайлер уже связался с конкурирующей оружейной конторой. Шестизначные числа, чувак. К черту! Лучше не связываться. Слушай, ты чё, хочешь торчать тут всю жизнь? Эй, парни, будь тут нельзя парковаться. Ну уже отрасти яйца. Люк и Мейсон уже в доле. Да, банда. Я так понимаю, и штрафы ни хрена не заплатят. Что ли узнаю? Да, а чего парень? Ты что, не сечёшь? Я бы что ему из моей зашла. Свой план. Мы уводим девку из-под носа у Декстера и продаем ее сами. Тайлер уже связался с конкурирующей оружейной конторой. Шестизначные числа, чувак. К черту! Лучше не связываться. Что? Что за... Лоя, кто-то трется у машины. Пойду посмотрю. Эй, отойдите от машины, чертовы дети! Клоя, это опять я! Слушай, ты чё, докладывать нечего! Наверное, мне просто голову набегушка! Ну уже отрасти яйца! Люк и Мейсон уже в доле! Банда! Как в старые времена! Эй, парни, узнай! Тут нельзя парковаться! Ты что, не сечешь? А мы наше время пришло, чувак! Нам нужно лишь... Да, я так понимаю, и штрафы ни хрена не заплатят. Чего?
разорвут команду Сио в клочья. Шмидт, конечно, козел, но парни его носятся как на скипидарены. Это не этот старый козел, это все братья Грейди. Сам подумаю, у ягуаров не было таких... Вот черт. А? На связи. Тут кое-что надо проверить. Прием. Эй, чьи это шуточки? Интересно. Я ведь точно что-то слышала. Порвут команду Сио. Что за блиц? И знаешь что? Хреново бросаешь. Если ты, конечно, в меня целишься. О, боже, я больше не играю в эти игры. И вообще, я жрать хочу. Да-да, Егор. Твою мать! Thank you.
А ну перестань. Она что, сама по себе включилась? Нет, нет, мы о другой цене договорились. Эй, не пытайтесь меня надушить. Я его выключу. Мне плевать, что в новый нет директора. Девчонки, что очень много. Из каждого центра. Приветствую. За кого вы меня принимаете? Слушайте, либо вы платите мне 2,5, или... Это полиция! Все в порядке! Черт, там где-то рядом, след еще горячий. Твою мать! Предоставьте это полиции. Ага, у нас тут точная ситуация. Я смотрю тут все. Может, вызову подкрепление.
самой заварухи сейчас. Кажется, меня кто-то преследует. Таблетки я принимаю, так что это не воображение. Нужно разобраться. Какого черта здесь происходит? Парни! Эй, парни! Нам нужна помощь! Господи! О, черт! О, черт! О, черт! Мне нужна помощь! Мне нужна помощь! Выходи! Я знаю, что ты там! Эй, что происходит? Помощь нужна? Эй, помогите! Идите домой, идите отсюда. Эй, здесь не на что смотреть. Вперед. Соберитесь и будьте внимательны. Я намерен разобраться в этом деле. Стой тут, успокойся. Я тут ничего-то.
Ленни Декстер. Отщепенец. Паршивая овца. Похитил девушку, чтобы заслужить уважение Блейка. В цепи моих врагов он самое слабое звено. Заставить его говорить не проблема. Но прежде надо разобраться с ягуарами. Просто так они Ленни не отдадут. К тому же, они слишком много знают. Думаешь, это смешно? Кого я вижу? Легавые друзья человека. А это у тебя пулька в кармане?
Ленни Декстер. Люди не делают, лишь бы в телевизор попасть. О, боже. Иначе не скажешь. Знаешь, что надо делать? Не смотреть.